настроили меня на какую-то волну, я уже не в состоянии собой управлять. Вы знаете что? Вот и подошел к концу наш последний детский праздник. Праздник очень радостный. И вот такой грустный, потому что он последний. Таких неумех вы привели к нам. Помните, какие они были неловкие, ваши дети, маленькие, ничего не умейки. Но сейчас вы видите, какие они уже мастера, как они здорово пляшут, как они хорошо поют, читают. И вы видели на занятиях, насколько они преуспевают, какие они умницы все. Молодцы! Нам очень жаль расставаться с такими вот детьми, конечно, очень жаль. Ну что ж, ребята, вы идете в школу. Скоро, вот совсем. Сейчас вы перевернете еще одну страничку своей жизни. Пройдет лето, и вы придете в школу. Я знаю, детский сад вы очень любите. Вы очень любите своих воспитателей, нянечек. Всех вы любите здесь. И я хочу, чтобы вы также, ребята, полюбили свою школу, своих учителей, как детский сад. И тогда все у вас будет здорово. Вот и все. Ну, давайте. Ну и, как и в каждом заведении приличном, по окончании его вручаются какие-то документы. Вот и наши воспитатели заботливые приготовили тоже дипломы, подарки и рисунки детей, подарки какие-то другие. Это в этих альбомах детский труд, большой, нелегкий труд. Вы получите их себе все на память. Ну и, естественно, самое главное – это дипломы все-таки. Итак, ну что, ребята, как нам? Вот сюда встаньте, в центр. В середину. Уже, да? И вот, ну, хорошо. Куда дети? Надя, Надя. Так, хорошо. Ребята, сейчас вы все получите дипломы и подарки. Ждите, я вас всех буду приглашать в салон. Вы будете проходить сюда. А как вы сюда проходите? Итак, первому следующими показателями. Рост Сергея 115 сантиметров. Вес 24 килограмма 700 грамм на сегодняшний день. Вот так. Поведение примерное. Поздравляю тебя с окончанием детского сада. Окончивший детский сад со следующими показателями. Рост нашей Дианы 129 сантиметров. Вес 26 килограммов. Поведение примерное. Нам здесь больше. Присесть Динамо. Итак, диплом вручается выпускнику подготовительной группы Славко Павлу. Анна, окончившему детский сад со следующими показателями. Анна Петровна. Рост Павла 128 сантиметров, вес 25 килограммов. Поведение примерное. Поздравляю. Диплом вручается следующему Павлу. Синяк Павел. Окончивший детский сад со такими показателями. Рост 124 сантиметра, вес 21 килограмм, поведение примерное. Поздравляю. Им скорее подарки получить хочется. Итак, настоящий диплом вручается выпускнице подготовительной группы Смолко Виктории, окончивший детский сад со следующими показателями. Рост 125,
Вес 23,5 килограмма. Поведение примерное. Поздравляю. Так, диплом вручается моему партнеру по танцам Шмарловскому Дмитрию, окончившему детский сад со следующими показателями. Дмитрий, рост 123 сантиметра, вес 25 килограммов, поведение примерное у Димы. Поздравляю! Так, настоящий диплом вручается Гайдук Александру. Показатели Александра таковы. Он, наверное, у нас самый высокий. 131 сантиметр, 28,5 килограммов рост, а поведение примерное. Поздравляю тебя, ты уже. Диплом настоящий вручается выпускнице подготовительной группы КУНС Анастасии. Окончивший детский сад со следующими показателями. Рост 119 сантиметров, вес 23 килограмма, поведение примерное. Поздравляю тебя! Диплом вручается выпускнику логопедической группы Шпак Артуру. Окончившему детский сад со следующими показателями. Рост 115 сантиметров, вес 20 килограммов, поведение примерное. Поздравляю тебя, Артур. Очень вежливый мальчик. Молодец. Так. Настоящий диплом вручается Ковалёнку Андрею, окончившему детский сад со следующими показателями. Рост 129 сантиметров, вес 24-27 килограммов, поведение примерное. Поздравляю! Так, настоящий диплом вручается выпускнику подготовительной группы Халецкому Дмитрию, окончившему детский сад со следующими показателями. Рост 120 килограммов, вес, силач, рост 120 сантиметров, внимательно слушайте, молодцы, вес 23,5 килограмма, поведение примерное. Молодец. Так, настоящий диплом получается выпускница подготовительной группы Волк и Линия, окончивший детский сад со следующими показателями. 126 сантиметров рост, 26,5 килограмма вес. Поведение примерное. Диплом вручается выпускнику детского сада Романову Николаю. Показатели Николая следующие. 120,5 сантиметров рост, 22,5 вес. Поведение примерное. Поздравляю. Настоящий диплом вручается выпускнику подготовительной группы «Шестерёнку» Игорю, окончившему детский сад со следующими показателями. 126 сантиметров рост, вес 25 килограммов. Поведение примерное. Поздравляю. Выпускнику Дроздовскому Сергею. Показатели Сергея следующие. 127 сантиметров рост, 25 килограммов и 400 грамм вес.
поведение примерное. Настоящий диплом вручается выпускнице подготовительной группы Мешич Ирине. Ирина закончила детский сад со следующими показателями. Рост у нее 125 сантиметров, вес 25 килограммов. Поведение примерное.